В общем-то, при скорости 60 взлетной можно и по грунтовой разгоняться, это понятно. Ну, конечно. Да, да. Да. Тут главное даже не скорость, а масса самолета. Тут это не летающее дело, это межсезонье. Весной и осень. Когда грязь, да? Когда грязь, да. Зимой это разгоняюсь на лыжах по насту, Ну, полоса такая. Все, можно пойти за эти деньги. А через две недели, пролетая над той же самой опушкой, увидел, как тот же самый парень целует уже другую девушку. А вчера, пролетая опять там же, увидел опять этого же парня, который целует уже третью девушку. Так выпьем за постоянство парней. В отличие от переменчивости этих девчонок. Как же вы успели, говорит, это самое. Ладно, потом расскажу, это после. Теперь я не могу. А вот он, нашел. Сели, осмотрели Днепродзержинские всякие дела. Как же они? Это не Подзержинск, что-то я заговорился на украинский манер. Дзержинск просто. Просто Дзержинск. Есть там такой. Есть крупный город Днепродзержинск. Секунду. Наушники не надо одевать, да? А? Наушники не надо одевать, они не работают. Да, наушники не надо. Мы будем так переговариваться. Ага. Пятый, разрешите запуск? Разрешили.
разговариваю с камерой. Я с камерой разговариваю.
еще одна.